студентка 4 курса, председатель студенческого совета Института международных отношений Казанского федерального университета Алия Минулина выиграла грант на 1 миллион рублей для реализации республиканского проекта «Первая лига». Такая возможность появилась благодаря участию студентки на смене «Вызовы образования» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Почему именно такая сумма? Потому что многие проекты, которые были поданы там, они направлены на малое количество участников, так скажем, и территориально тоже мало охватывают. Мой проект охватывает сразу несколько городов. Жюри сказали, что безумно интересный проект, и самое интересное то, что они вышли с инициативой о том, чтобы в октябре посетить наш проект, сами эксперты, приехать из Новосибирска, из Москвы, чтобы увидеть на своих глазах, как творится проект и что из него выйдет. На грантовый конкурс поступило 128 заявок. Победителями стали 30 человек из 25 субъектов России. Они получили гранты на общую сумму более 14 миллионов рублей. Алия Минулина будет реализовывать проект «Первая лига». Мой проект – это кадрово-образовательная программа для студентов первого курса Республики Татарстан, которая направлена на студенческое самоуправление и их адаптацию во взрослой жизни. Так скажем, потому что студенчество начинается с первого курса и не всегда удачно. Если в нашем Казанском федеральном университете студенчество сильное, то, к сожалению, не во всех вузах и СУЗах Республики Татарстан оно такое. И как раз-таки наш проект направлен на это. Студенты будут обучаться, будут знать свои права, у них будут тренеры неформального образования, также форсайт-сессии, где они будут разрабатывать определенные новые социальные проекты, направленные на студенческое самоуправление в своих городах. Вот, и развивать все вместе студенчество республики. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Универньюз.